Доброе утро! Настало время наполниться энергией этого дня. Принять его, принять себя в этом мире. И все, что вас окружает, и все, что еще будет окружать. Нас с вами ждет вот такая энергетическая медитация. Выберите пространство, где вы находитесь сейчас, чтобы у вас было вокруг достаточно места, чтобы раскинуть руки и ноги в стороны в стоячем положении. Да, медитация будет проходить стоя. Встаньте, пожалуйста, где вам будет комфортно. Слышите птиц? Отлично. Встаньте. Закройте глаза. Приложите свои ладошки к своему лицу. Почувствуйте ладошками ваше лицо. Какой оно температуры, формы. Вы можете погладить свою кожу. Почувствуйте, какая она на ощупь. Проведите руками по волосам. Стряхните с волос на землю, на пол, всю вашу сонную энергию, которая еще там где-то запуталась. Давайте просыпаться. Взбудоражьте свои волосы, запустите в них такую игривую энергию. Пусть новые мысли приходят к нам в голову. Распушите свои волосы, потрясите ими. И, конечно же, улыбка на лице. До ушей, до ушей. Чтобы внутри как будто ощущение, как будто у вас сегодня день рождения. Представьте, вы очень ждали этот день, и вот он настал. И так каждое утро. Наклоните голову вправо, растяните свою шею, добавьте гибкости в своем поведении. Посмотрите направо, налево, вверх, вниз. Сделайте аккуратные круговые движения. Дайте себе волю легко смотреть по сторонам сегодняшнего дня. С закрытыми глазами проведите глазами вверх, вниз, в стороны. Такая зарядка для наших глаз. Но не открывая глаз. Будьте готовы смотреть по сторонам. Мир так прекрасен. Позвольте себе это. Я уверена, что сегодня вы увидите точно что-то очень интересное, чего еще не видели никогда. Вдохните носом быстро-быстро воздух и выдохните через рот. И так 3 раза. А теперь давайте разомнем наши губы. Представьте, что вы целуетесь. Пошлите поцелуи, воздушные поцелуи вокруг себя, во все пространство. Пошлите свою энергию любви. Отлично. Ну что, давайте подключим наше тело. Поднимите свои ручки вверх. Спина ровная. Макушкой мы тянемся к небу. Руки ровные и ноги ровные. Руками тянемся вверх, вверх, вверх. Встаем на носочки. Тянемся, тянемся к солнышку, к небу, в космос. Представьте, что прямо вам в макушку входит золотой луч из космоса и наполняет все ваше тело золотом, сияющим, красивым. Оно мерцает.
Это божественная космическая энергия, которая наполняет ваше тело, распределяется по всему телу, в каждую клеточку, доходя до ног, до ступней. Эта божественная энергия в виде золотого луча опускается в землю и уходит прямо до центра Земли. Вы чувствуете вот такой золотой водопад. Почувствуйте, как этот внутренний золотой канал начинает расширяться, становится с размером с ваше тело, расширяться еще шире. А вы стоите с ручками наверх, готовы все принимать, все самое лучшее нашего мира. Золотой канал становится уже больше, чем вытянутые ваши руки по сторонам. И вы в этом божественном золотом потоке возможностей изобилия чувствуете неимоверный приток энергии, вибраций. И с выдохом легко опускаем руки вниз, опускаем тело, наклоняемся вперед, и голова, и спина, плечи, все полностью расслаблено. Согнитесь пополам, опустите свое тело вниз и дайте полностью расслабиться. Руки висят вниз, голова расслаблена, шея расслаблена, и позвоночник мягко опущен вниз. При этом ваши ноги ровные, ноги уверенные и плотно стоят на полу. Дыхание ровное и спокойное. Почувствуйте, как из тела вниз, прямо в землю, опускается, стекает энергия низких вибраций, энергия раздражения, гнева, сомнений, страхов. Все это очень легко опускается через ваши ступни вниз, через ваши ладошки вниз. Поставьте ладони на пол, если это возможно, или опустите их настолько, насколько вы можете, чтобы вам было комфортно. Представьте, что из вашего тела энергия низких вибраций опускается прямо в землю, повышая тем самым вибрации вашего тела. Вы слышите, как поет птица? Превратитесь в одно большое ухо. С вами говорит ваше внутреннее Я. И сейчас, вслушиваясь в пение птиц, услышьте свой внутренний голос, одну фразу, девиз для вас сегодня. Правда, интересно услышать свой внутренний голос из голосов птиц. Ну а теперь встаем ровно. У нас такие нежные-нежные потягушки. Глубокое дыхание. Потяните руки в стороны, ноги в стороны. Сделайте такую растяжку тела, как вам комфортно. Такие потягушки-потягушки. Нежные, ласковые и с улыбкой на лице. Почувствуйте гибкость своего тела. Поработайте спинкой, бедрами в стороны. Сделайте восьмерку бедрами. Наполнитесь женской энергией. Можете поднять ручки, ножки вверх по очереди. Поразминать суставы. Делайте то, что просит ваше тело. Оно лучше знает, какие движения ему сейчас необходимы. Сделайте это, не открывая глаз. Будьте полностью в себе.
Я вам сейчас дам время, чтобы вы поподтягивались, потянули свое тело так, как вам хочется. Здорово. Просто здорово. Мы сейчас с вами на счет три откроем глаза. Вы можете продолжить свою зарядку. Выпейте обязательно стакан чистой воды, наговорив туда тот девиз дня, который нашептали вам птицы. Раз, два, три. Открываем глаза и продолжаем свой день. С добрым утром! С вами была Ксения Профилиди.